Всем привет, вы Пальма мой канал, меня зовут Карина. И сегодня у нас долгожданная распаковка бумажной косметики. Я знаю, что вы очень ждали, чтобы я сняла распаковку. К сожалению, на сегодня тут мало косметики, но если вы хотите, чтобы я дальше продолжала делать боксы, то давайте 17 тысяч просмотров, и я делаю еще один бокс. Тут у нас написано Рождество. Интересный факт. Я хотела написать здесь бумажная косметика. И параллельно, когда я писала, я искала в Пинтересте венок. Я писала Рождество в Пинтересте. В итоге у меня все поехало, и я написала здесь Рождество. Найс. Ну, тут бумажная косметика и лав. Вот и все. А вот это типа огонечки. Вот. Начинаем открывать. Идей для масок у меня просто ноль. Просто их нету. Либо они очень-очень сложные, либо банальные, либо я их уже делала. Это трэш. Так, ну, приступаем. Так, опа, вот такой вот конвертик. Там что-то интересное будет. Далее, что-то интересное. Настя здесь сказала, что-то интересное, здесь что-то интересное. И увозить что-то. Далее такое сердечко со звездой. Трэш. Куда без этого? И тут воу. И тут у меня все. Пару пакетиков. Это можно уже выкидывать. Ну что, в общем, у нас 5 пакетиков и один вот такой конверт. Он даже открывается уже. Вот тут не липко, пока лежал. Все. Давайте начнем как раз таки вот с этого. Воу. Интересный факт. Здесь лежит один предмет, который я делала на Хэллоуин. Тут есть 3 предмета, которые я рисовала на туториал. Настолько я давно не снимала эти боксы. Это уже старая косметика. Это просто капец. Давайте нам открывать. Опа. Да. Почему я здесь написала? Ладно. Допустим. Очень прикольно, очень красивый крем. Он у меня будет лежать с этим кремом в косметике для уточки. Просто вот этот типа объемный, не типа, а объемный, но не 3D. Вот, и этот очень красивый фиолетовый. 2 вот таких вот кремушка. Когда я срисовывала, здесь было очень мутное фото. Тут вообще какое-то странное слово. Дейдж. Был. Что такие слова даже не существуют. Ну ладно. Оценивайте в комментариях. Давайте дальше откроем с кривой звездой, собственно. Так, я здесь вижу несколько. Вот то самое. Тушь Хэллоуин. С тыковкой. Тут Хэллоуин написано. У нас Новый год уже прошел. Сегодня 2 января. Видео выйдет 3-го. Я постараюсь. Вот. Сейчас буду стараться очень много выпускать видео. Сегодня вышло 2 влога. Это вообще хорошее начало. И здесь еще что-то. Тут такой крем. Кэрви. Ладно, допустим. Вот такой вот простенький. Тоже рисовала, по-моему, его... Не, по-моему, тоже рисовала его на туториал. Так, я хочу это сюда выложить. Тут где-то за кадром лежит. И здесь, по-моему, что-то... Да, еще что-то есть. А, 2 предмета. Это я не так давно делала. Это я снимала не на туториал. Это вот такая вот сыворотка. Ну и вот такие вот патчи, которые я, собственно, и делала, когда снимала туториал. Продолжаем. Что-то интересное мы оставим напоследок. Ну, кроме того. Открываем с таким сердечком. По-моему, здесь остается все новое, которое я рисовала не так давно. И очень прикольно. А, нет, это последнее. Мне это уже не так сильно нравится, потому что раскрашено здесь неаккуратно. Вот. Можно было бы перерисовать. Но все равно прикольненькие.
Если я буду еще делать такие новые вкусы, то они будут гораздо красивее. Это вот такие вот бальзамы, блеск для губ. С виноградом, арбузом и малиной. Открываем словом трэш. Ой, я вижу, что здесь. Это вот... Ой, я же эту содрала. Это вот такие вот патчи. Тут две упаковочки. Кстати, если я не ошибаюсь, это первое то, что я нарисовала новыми своими маркерами. Вроде как. Такие двое одинаковых патч. Скотч, как всегда, напсиховала. Ну, вот такие вот. Так, чтобы не перекрыть ничего. Ну и теперь откроем что-то интересное. Что мне здесь интересно? Собственно, да. Почему я именно так написала? Я поняла. Это салфетки влажные. Я сама уже не помню, что там, потому что запаковывала я, ну, примерно 25 декабря. Я хотела это выложить, снять и выложить до Нового года, сразу 4-5 роликов, но были проблемы то ли с интернетом, то ли с боем в Ютубе. Чтобы вы понимали, у меня новый телефон, iPhone, и я не могу с айфона выгружать видео на YouTube. Ну, они просто не загружаются. У меня за двое суток, получается, за 48 часов вылаживается только, ну, буквально 7% видео. А там 100, ну, логично. Поэтому мне приходится отправлять либо на мамин телефон, либо на мой старый, самый старый, вот мой Samsung A10s. И я отправляю на него и выгружаю видео на YouTube. Такие дела. Там, кстати, сейчас Янкин на видео отправляется. Вот. О, кто-то видео попал. Видите? А с моего телефона видео не загружается. Поэтому я не смогла выложить сразу 4-5 видео на YouTube до Нового года. Хотела. И косметику тоже хотела обрадовать и заснять. Ничего не получилось. Ладно, продолжаем к косметике. Есть вот такие салфетки. С моими ногтями я бы сейчас... Это вообще я в первый же день ногу сломала. Подпилила его просто и все. Еще бы что-нибудь открыла бы. О, открыла. Так открывается. Но сюда я положила просто белую бумагу. А в других салфетках у меня там салфетки, реально. Такие вот очень прикольненькие, красивенькие, классненькие. Ну и последний у нас остался. Вот такой конверт. Думаю, вы знаете уже, что там. Да, здесь у нас масочки. У нас сегодня их тоже не так много. Ну, думаю, 4 или 5, сколько там. Думаю, достаточно. 4. Первая маска у нас вот такой вот формы. Peach Shade Mask. Вот. С абрикосами. Ну, здесь они мандарины какие-то. То есть, какую-то. Странный получился. Это получилось то, что здесь еще должно быть слово. Но я... Да, здесь должно быть слово. Я уже вот так вот сделала, как должно быть. Должен быть персик. Абрикос, вернее. Я здесь слово не смогла написать. Я просто доделала абрикос. Персик. Абрикос. Персик. Короче, вот так вот странно получилось. Я даже не знаю, как по-другому объяснить. Вот. И сейчас самый главный вопрос. Напишите в комментариях, на что мне снять туториал. Следующий, скорее всего, будет на одежду. Но я думаю, многие знают, как ее делать. Но я часто читаю комментарии, то, что ждут, пока сниму туториал на как раз-таки одежду. Ну а следующим, что будет, выбор зайдет за вами. Я начинаю с января очень плотно вести YouTube. Сейчас у меня выйдет 2 влога. Ну, вернее, уже вышли. Завтра выйдет тоже 2 видео. Это про косметику и влог. Потому что у меня влоги, блин, с декабря. С начала декабря. Поэтому их нужно срочно выложить. Я сегодня даже 2 выложила. А потом видео пойдут через день. По одному видео, но через день. Раньше вот прям давно я выпускала каждый день. Каждый день где-то по 2 видео.
Потом я устала, что-то это трэш произошел. Я выпускала через 2 дня, через 3 дня видео. И сейчас я буду выпускать их через день. Вот. Остались 3 маски. Вот такой вот. Вот такая вот маска. Я не знаю, что это за чудик. Я не смогла подобрать еще нужен цвет. Там шел то ли светло-розовый, то ли светло-оранжевый, то ли какой-то... Да, я не смогу. Какой-то персиковый. А у меня такого цвета нету. Хоть у меня 80 цветов. Вот. Никакой цвет. Вот это вот сильно темный. Я выбрала, по-моему, 196-й. А, 17-й. И он вот такой вышел. Вроде, да, 17-й. Вот, потому что это сильно светлый. Это тоже сильно светлый был. Не смогла я подобрать. Я какую-то розовую взяла. Потом он тоже не подошел, но исправить бы уже не получилось. Вот. Далее вот такая вот красивенькая. Hello, Summer. Summer. Короче, лето. Вот. Весь пончик. Summer. Вроде, да. Я просто summer сейчас со swimming перепутала. Короче, упустим. Такой вот красивый пончик. Вот эта маска и вот это вот я рисовала в тот день, когда мне пришли маркеры. И я офигела, насколько вот этот вот красивый цвет. На камере, скорее всего, не такой. Но хотя сейчас по камере получше. Да, на камере он вроде бы точь-точь, а вроде бы чуть-чуть темнее. Да, чуть-чуть. Либо прям такой трэш. Короче, если видео выложится именно в таком качестве, как и сейчас снимается, то это будет офигенно. Потому что цвета вот прям похожи, как и в жизни. Много болтовни, но просто есть много чего рассказать. Вот. И теперь вот этот вот мишка. Он такой бежевый цвет, красивенький. Это надо будет обрезать. Я до этого не видела, что он был тут. А, вот он, ну, я их потеряла. Ну, походу, поняла, из-за чего это. Потому что здесь не склеивалось. Вот, ну, здесь такой мишка. Тут маска написано. Маска. И вот такой комплект у нас сегодня получился. А, давайте разложим. Правда, у меня в органайзере такой хаос. Сейчас вы увидите все. Я тут, правда, одну коробочку забрала. Капец. А знаете, на айфонах еще паузы нету. А это тоже огромный минус. Так, первые идут маски. Их сюда. Это тоже сюда. Так, легче было по коробочкам доставать. Почему я там? Ладно, уже. Так, вот это у меня идет в косметичку уточки. А это вот сюда. Так, бальзам идет сюда. Патчи сюда. Здесь что-то пропало. Крем идет тоже к уточкам. Так. Это я не знаю куда. Сюда. Это сюда. Я скоро буду перебирать косметику. Что-то я выкину, что-то оставлю, что-то куда-то просто уберу. Что-то Янке дам, что ей понравится. Вот, обязательно про это сниму. Очень неудобно, когда нет паузы. Крем, он у нас где-то здесь был. А, он у нас сверху. Вот коробочка, я положила уже. Тушь я Янке дам, но пока я сюда ее положу. Тут много потерялось, много упало. Вот где? Тушь была здесь, я точно помню. Точно помню. Роллеры. А, я знаю, как они здесь оказались. Оказались. Я вот здесь вот забрала одну коробочку. Она мне очень нужна была. Вот. Далее, вот такой крем я тоже беру куточкой. Ну и у нас все. Ну, на этом конец нашей распаковки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы же поставили лайк, подписались на мой канал. Всем удачи, пока. Всех люблю, обожаю. Всем пока-пока. Еще раз повторяю. Забыла, что хотела сказать. Трэш.